Движения не так сложны, но повторить их в нужном темпе и синхронно с другими участниками удается не всем. Ну, не могу я выучить руками так и так. Все. Дело в том, что у Юры номер 661. Юра был меньше всего времени из всех участников. Меньше всего. Выучить танец. Меньше всего. То есть, на самом деле, мы вот практически последние и были все время вместе. Времени было для того, чтобы выучить танец, не просто минимум. Потому что люди, кто прошел первые номера, вторые, сотые, там, двухсотые, они, у них было достаточно времени было. А сейчас, два, три, мы, как только нас выпустили, уже как бы все закрывается, аут, аут. И выучить танец, мы буквально 5-10 минут, по-моему.